Я какая? Ну все, с этого момента ты будешь такое, чтобы Катя потом не умничала. А то все подписчики мне в комментах под предыдущей серии писали: да-да-да, Милка, мяу! Чтобы я Катюхе отомстил. Потому что она как бы уже заколебала и меня, и моего чебурака. Хорошо, что Катя этого не видит. Да, Катя? Зато слышу, и я уже иду. Не надо никуда идти, я тебе там подарочек сделал, и тебе, и Милке сделал. Это подписчики сказали в предыдущей серии. Опа, рыбку не поймала. Точнее, я ее поймал, я ее украл. Короче, подписчики сказали тебе... Подписчики сказали тебе немножко отомстить, поэтому я, ну чуть-чуть, но она у тебя вот прям с черным макияжем, с черной тушью на глазах с этого момента будет. Ну, немножко черненькая. А мне нравится, слушай, я даже не буду на тебя ругаться. Да? Да, мне нравится стильный черный цвет, даже лучше розового. Чебурак пусть розовый будет, а Милка черная, стильная женщина. У каждой кошки должен быть свой маленький черный ошейник, ты знал? Спасибо. Посоветовали, значит, говорят: Эдисон, отомсти Кате, покрась Милку в черный, и тогда Катя на тебя будет бомбить. Чё-то она как-то вообще не бомбит. Тебе реально понравилось это? Чёрный цвет? Да. Стильно, модно, котятёжно. Котятёжно, у меня собачёжно там у Чебурака, у тебя котятёжно. Ладно. Оп. Ты что, верстак? Где? В полу верстак? В полу я его немножко переместил. А знаешь, зачем я его переместил? Чтобы тебе показать то, что подписчики, естественно, наши дорогие и любимые подписчики в каждой серии советуют там иногда что-то годное, иногда какую-то фигню. Но, Кать, ну повтори это в миллиардный раз. Что мы делаем? Во-первых, мы читаем все комментарии, а во-вторых, я искал этот верстак минут 20. Так вот, да, мы читаем комменты, и в предыдущей серии нам, ну так, мимолетно написали, что, мол, Едисан и Екатеридзе, скрафтите, пожалуйста, костер. И мы скрафтим этот костер и поставим его вот сюда. Вот так. Смотри, какой он красивый. Это раз. А два, ты знаешь, что на нем можно жарить всякую всячину? Смотрите. Хлеб, например. Опа, опа, опа. И сейчас четыре рыбачиночки вокруг жарятся. А мы с тобой можем здесь хватит задницу поджигать. А мы можем с тобой здесь постоять, какие-то пионерские истории друг другу порассказывать. Страшные, страшилки. Страшилки, смотри. В черном доме, с черным ошейником кошачьим. Сидела черная Милка. И у этой черной Милки была дуремонская хозяйка. Ты зачем собрала рыбу? Она же еще не дожарилась. Она сама ко мне прыгнула, я ничего не делала. А, мертвая дожаренная рыба сама Катя. Нет, она написана жареная. Вот вам и вся страшилка, мертвая рыба жила. Мертвая рыба прыгнула на Катю. Все, давай мы каждую ночь будем здесь собираться и друг другу страшилки про мертвую рыбу рассказывать. Давай, а еще водички попью, и мы пойдем к картографу, да? Кстати, да. На самом деле, много всяких советов нам дают в комментах, и это, естественно, похвально, потому что благодаря вам мы, ребята, узнаем много всего интересного. Плюс к этому всему можно жарить не только рыбу. А знаешь, что можно жарить? Этот самый ламинарий? Да, вот этот ламинат можно содрать с пола, ламинат, и потом пожарить. А что это? Это огурцы. Это не огурцы, это просто трава. Говорят, что она невкусная, она на самом деле вообще не пополняет даже здоровье, там по половинке. Но все же сказали, если скрафтить цельный блок из 9 кусков, и этот блок засунуть в печку, то тогда на этом блоке можно пережарить примерно 20 предметов. Прикинь, держи. Сушеная, вот этот сушеный ламинат, покушай. Он кушается прям со скоростью света, но очень мало восполняет. Поэтому я не знаю, есть ли вообще в нем смысл или нет. Ты построил большой особняк черепахам? Кстати, да, я немножко увеличил особняк, потому что, как вы знаете, здесь было очень мало места, и они тут уже не помещались. Подписчики писали то, что когда вылупятся вот эти еще две черепахи, то они будут забираться друг на друга, и тогда смогут перепрыгнуть этот забор. Поэтому я и увеличил это все дело. Только посмей. А мне нечем, у меня нету ничего. Слава яйцам и всему святому. Все, ты будешь оставаться синим, а не розовым. Хотя бы на эту серию.
О-о-о, она пошла за красителями! Чебурак, чекай из городу! Подожди, а почему у Чебурака поводок пропал? Он же сейчас убежит куда-то. Так это сама, ты же вроде пробрал, нет? В прошлой серии. Ёперный. Ладно, красный тоже нормальный, но красный был с самого начала, поэтому ничего и не изменилось. Знаешь, куда мы с тобой сейчас отправимся? Куда? Ну угадай, куда? А, подожди, ну картограф уже, что-то я тут плюю-то. Картографу. Забираем все, что у нас здесь есть, забирай еще вот этот весь тростник, который еще немножко здесь подрос. И отправляемся с ним торговаться, потому что на третьем, на четвертом уровне этот картограф начнет продавать карту, с помощью которой мы сможем найти шо? Сокровище или какой-то особняк лесной, лесное чудовище. Лесной особняк, никакое не чудовище. Вот так и вот так. Получается у нас 3,5 стака. Милка, да, мне кажется, это очень мало, но в любом случае нам надо туда отправиться и посмотреть, что из этого получится. Засандаливай свою задницу в лодку и погнали. Только дашь мне потом стак, я хочу тоже поторговаться. Я подумаю. Подожди меня. Извините, крокозябра пуляет в нас вилками и ложками. Кать! За охоту, давай. Давай, я отвлекаю его внимание, иди шандаль ему вот это за... Он меня сейчас убьет! Кать, помогай, ёханый бабай! Я не могу тебе помочь, к сожалению, прости, я буду оставаться в лодке, давай. В смысле ты будешь оставаться в лодке? Меня стреляют, Катя, помоги! Не, извини, я не могу помочь тебе. Это развод, это... Ты утонул. Конечно. Тебя даже не били? В меня тоже вилками. Все, тогда я сама уже иду на помощь. Бесполезная девушка, которая даже не то, что борщи не готовит, вообще ничего не делает. Кать! Я убиваю его, отстань. Ага, сейчас я хочу посмотреть, как ты его убьешь. Ага, да, прекрасно. О, полетело. Ты мне сломал, собака. Иди сюда, я сказал. Иди сюда. Да, я его убил, но естественно то, что, Катя, мы с тобой самые невезучие на этой планете. И естественно то, что никакой трезубец нам не выпал. Понятно, если бы я его убила, мне бы по ничему не выпало. Если бы ты его убила, то бы с тебя бы наоборот алмазный меч бы выпал, а не то, что с утопленника бы трезубец выпал. Вроде за весь сезон выживания мы с Катей убили 3 утопленников, у которых были трезубцы. И естественно то, что из этих 3 утопленников нам выпал фиг на булочке. И все, больше ничего. И это еще даже учитывая то, что у меня меч зачарен на добычу 2. Так, как ты думаешь, когда мы в жизни с тобой сможем трезубец добыть? А он вообще нужен тебе, нет? Да, нужен, я хочу быть Посейдоном. Понятно, но это на самом деле не самое главное. Самое главное это то, что нам нужно найти не картографа, а лукодела, потому что так подписчики написали. Кстати, да, я на самом деле не понял этот прикол. Примерно 20% всех комментариев, которые касаются картографа, под предыдущими видосами звучали так. Эдисон, тебе надо найти не картографа, а тебе надо найти лукодела, потому что у него продается эта карта на особняк, а не у картографа. И у меня складывается вопрос, какой лукодел? Кто такой лукодел? Так мы даже загуглили, вообще нет таких героев в Майнкрафте, есть лучник. Я не знаю, ребят, возможно на версии Майнкрафт П, ну в смысле на Pocket Edition, вот возможно там карту продает какой-то лукодел, но в Майнкрафте на компе карту продает картограф. И это официально написано в интернете, то что карту особняка продает картограф, никакой не лукодел. Кто такой вообще лукодел? Это тот, кто делает луки или тот, кто выращивает лук и потом его жрет? И потом салаты с него какие-то делает, я не знаю. Мне кажется, второй вариант. Ну, короче, повар. Повар, который делает салаты из лука, и все. Но я сомневаюсь, что у него будут какие-то карты. Ну, это как бы логично. Картограф, карта, лукодел, лук. Ясно, понятно, побежали. Может быть, мне песенку спеть? Может быть, не надо, может быть. Ну почему? Она же такая веселая, подбадривает нас на... Ой, чуть не упала. Подбадривает нас на путешествие. Какая песенка? Ну, вот эту вот. Надо дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А утро на свете. Быть одному. Знаю. Верю. Птицами считаю, только те, которые летают. Птицами считаю.
Ставь лайк, если ты обожаешь творчество Екатерины Выхухляцкой и то, как она поет. Я бы поставил лайк, но на свои видосы лайки не ставят. Поэтому прирожденная певица, прирожденная. Надо не торопиться! Или как? Надо в дорогу не торопиться. Хорошо, без разницы, давай заходи. Здравствуйте, дорогой взрослый молодой человек. Так, держи стак бумаги, я сказал. Не надо вылезать обратно, не надо. Сейчас давай я его здесь заново закрою, чтобы он не вылезал. Короче, качаем тебя чубзилет где-то до 3-4 уровня. И после этого ты нам должен толкнуть. Ты уже с ним торгуешь, что ли? Так, ставим сюда и получаем изумруд. Получаем. О, не отходя от кассы. Нифига себе достижение. Еще один тоже? Изумруд. Подожди. Да, я до конца доторгуюсь. Ты смотри, у него в руке изумруд появился. Да, кстати, тоже заметила. А я не могу. А, вот. Да, у него... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Он что, эволюционирует или что? Он как будто пердит пузыриками. Подожди. Он реально... Да, карта исследователя океана. Какая-то другая карта. Это раз. И плюс к этому всему... Реально все, он эволюционировал. И, кстати, сейчас еще намного проще с ним будет торговаться, потому что сейчас он покупает стеклянные панели. А стекло намного проще добыть, чем бумагу. Так, а как надо выбрать, да? Нет, берешь бумагу, засовываешь в эти ячейки, которые маленькие, там у тебя появляется предложение. Раз. О-о-о-о. Два. О-о-о-о, что у него в руке появилось? А ну, Катя, отойди от кассы. Карта появилась. У него карта исследователя океана появилась. Вот на самом деле я не знаю, что это за дичь. Карта исследователя леса, это понятно. А вот океана я не имею ни малейшего представления. Напиши в комментах, стоит ли нам покупать эту карту или нет, потому что я даже не знаю, что мы с помощью этой карты можем найти в океане. Скорее всего, тот данж, который вот с этими игробрюхами, вот шипастыми. Все, спасибо. Мы сваливаем, закрываем тебя здесь снова и текаем из города. Все, пока. Давай. Давай. До свидания. Пока. Ого, ты его прям совсем закрыл. Да, я его прям замуровал. Ты им там анекдоты рассказывал или что? Нет, мы учили новый танец. Эй, ты где? Ясно, понятно. Молодой человек, зачем мне кактус? Надо. Молодой человек, когда вы мне сделаете кирку алмазную? Кстати, да, в предыдущей серии мы добыли еще один алмазик, и вот сейчас мы Катюхе забабахаем алмазную кирку, потом мы ее зачарим на что-то годное, а уже после этого всего мы отправимся в шахту. Да, я знаю то, что многие не любят отправляться в шахту, но по-другому как. Катя, это вечеринка на катере! Давай, танцуй, зажигай! Опять танцевать? Зачем ты меня сбросила? Вишневая семерка, неоновый... Хватит меня толкать! На стеклах тонировка, вишневая семерка. Катя не умеет тусоваться. Я говорю, давай позажигаем с утопленниками. Она просто берет и убивает их. Ну ты это видел? Давай. Думаешь, мне не страшно. Ой, мне страшно. Остановитесь, это полиция водная. Это водная полиция, остановитесь немедленно. Остановитесь. Я тебя жду, хорошо, давай. О, все же успела сесть. Хорошо, молодец. Короче, приплываем, просто сходу берешь, прыгаешь, бежишь, крадешь себе алмазную кирку. И если ты справишься с этим заданием, то я тебе сделаю небольшой подарочек, от которого у тебя слюни сразу же потекут. Так точно. Пока Катя там что-то свое делает, я сделаю свое. Оп. И вот так. Я все, Кать! Так. Оп. Раз, два, три. Раз, два. Молодец, держи презентик. Это что, морковка? Это не обычная морковка, это золотая морковка. Я не могу ее взять, у меня забитый весь инвентарь. Вот кому надо писать в комментах, чтобы она очистила инвентарь. У меня самый чистый инвентарь на этой планете. Ну почти. Эдисон, очисти инвентарь, да у меня все чистое. Это что, золотая морковка? Золотая морковка, ты когда-то пробовала такую? Нет, а ее можно есть? Да, давай, только зубы не сломай. А, ну я не голодна, извините.
А вот Милка голодна. Вот и так, где... Ты Милке скормила золотую морковку? Да. Матерь Божья, вот так и делай подарки девушкам. Вот я ей золото, бриллианты, алмазы дарю, она все отдает Милке. Да такой фиг Милке... Да я шучу, я рыбку ей дала. Ты видишь то, что мне Милке отрезка? Все, до свидания, короче. Больше да вот, морковка. Больше... Игорь, ты это слышал? Больше от меня ты не дождешься ни одного подарка, Катюха, да? Отстаньте от меня, сутулая собака. Все. А сейчас картограф. Все! Это все! 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 Что? Мы с тобой стеклянные короли! Подожди! Как это? Сейчас я тебе все покажу. Переделаем как можно больше стекла. Сейчас мы поторгуемся с тем торгашом. На максимум просто. Добрый вечер, я диспетчер. Не хотите ужин со мной на вечер? Да, кекс на... Заходи. Закрывай за собой двери. Здравствуйте, молодой человек. Мы с вами поторгуемся сейчас. О, как приятно с вами иметь дело. Да. Левоценирует. Розовые пуки. Не пукай, тут люди и мадам. Ух ты, у него сколько много всего. Еще чуть-чуть. Давай. Так, это третий. Карта исследователь лесов за 14 изумрудов и за компас. На третьем уровне. Вот это да. Ля, какой, чё мы начудили? Ну подожди. Он эволюционирует. Он еще раз эволюционирует, но я ему там уровень еще один прокачал. А так может быть он сейчас дешевле продаст эту карту? Кстати, все возможно, не знаю, он начал продавать баннеры, светло-серый флаг и черный флаг. Короче, Екатерина, он у нас уже картограф ядрить, колотить, эксперт. И в следующей серии мы с тобой покупаем карту исследователя лесов, и ни у какого лукодела она не продается. Она продается у картографа, у лукодела продается лук и салат. Вот это ничего себе. Как обычно, у нас дел просто по горло. Естественно, то, что в первую очередь мы сначала добудем алмазы, а уже после этого пойдем в особняк. Потому что без алмазов мы, по сути, никто. Да и тем более, Кате в следующей серии еще надо будет зачарить кирку на 30 уровень, а то она как лошадь бегает. Не пугай меня, пожалуйста, у меня ассоциация с этим колокольчиком с того рейда. С того свинюхи вот этой вот большой стой. Давай лучше серию заканчивать, а то что? Напиши в комментах, что нам делать в следующей серии, потому что, как я знаю, Катюха еще знает Майнкрафт только на процентов так 10. Она еще та лохопедина, поэтому пиши в комментах, чем бы нам заняться интересным, а я в этом дурдоме, в этом хаосе прямо сейчас заканчиваю эту серию. Всем спасибо за просмотр, господа. Всем удачи. Давно у нас, согласитесь? Как давно у нас с вами не было нормального, адекватного конца? Вот я просто хожу и просто концом... Меня убивает, а ты меня даже не спасаешь. Всем спасибо за просмотр, до свидания, дети и друзья. Всем спасибо за просмотр, пока. На-н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 а. Мне кажется, ли это песня из Южного парка была? Да. Всем пока.